Огурцы в бочках выращиваем без проблем. Немного советов. Я уже знакомила вас, как выращиваю огурцы в бочках. Многие огородники, применяя такой метод выращивания, сталкиваются с массой проблем. Да, конечно, плюсов у метода много, но есть и минусы. Сегодня я хочу рассказать, как избежать проблем при выращивании огурцов в бочках. Самая важная проблема – перегрев. Если весной это плюс, то в летнюю жару бочка раскаляется, а это уже очень вредно для корней растения. Чтобы уменьшить перегрев, можно покрасить бочку светоотражающей краской, задекорировать красивой тряпкой или мешковиной, или при подготовке бочки проложить между стенкой бочки и грунтом полоску упаковочного картона. И еще одной важной проблемой является полив. Главное, почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой. Огурцы в емкостях поливать нужно чаще, так как земля сохнет быстрее. Облегчает процесс полива и подкормки закопанная посредине бочки пластиковая бутылка с боковыми отверстиями. Замедлить процесс испарения влаги с поверхности почвы поможет мульчирование с сеном или соломой. Куда пускать главные стебли, вверх или вниз, решайте сами. У меня они растут и так, свисают вниз и переплетаются, создавая декоративный вид емкости. У размещенной под кроной яблони растущие плети плетутся по веревкам, подвязанные к веткам дерева. Можно установить в центр бочки или рядом с ней высокий шест и подвязать к его верху несколько веревок, концы которых прикрепить к краям бочки. Если у бочки острая кромка, закройте ее кусками старого шланга, порезанного продольно, или просто заклейте скотчем. Тогда свисающие ветки и стебли не будут травмироваться. Так что если вы не пробовали метод выращивания огурцов в бочке, советую вам это сделать. Плюсов много, а как избежать минусов, вы теперь знаете. Удачи вам и хороших урожаев! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.